Всем привет, продолжаем путешествовать. Вот нашел у себя немножко материала по церкви Святого Духа. Она находится в Вильнюсе. Хочу вам показать и почитать то, что написано о ней в Википедии. Церковь Святого Духа, также церковь Свято-Духового монастыря, храм в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Главный храм православного Свято-Духового монастыря в Вильнюсе. Важнейший православный храм Литвы. Памятник истории и архитектуры. Располагается в старом городе. Первоначально здесь была деревянная церковь, построенная на средства двух сестер. Феодоры Валович, это жена Брестского воеводы, и Анны Валович, жена Смоленского воеводы. В 1597 году по принадлежащим им участке. Затем стала прибежищем для православного Свято-Троицкого братства. С этих времен братство стало называться Свято-Духовским. Со временем храм стал монастырем, вероятно, с 1609 года, с училищем богодельни и типографии. К 1611 году храм был единственным в Вильне православным храмом, не отошедшим к унитам. В 1634 по позволению короля Владислава IV на месте старого деревянного был выстроен новый каменный Свято-Духов храм с главным престолом в честь сошествия Святого Духа на апостолов и с пределами во имя апостола Иоанна Богослова и святых равноапостольных Константина и Елены. В 1648-1749 годах храм сгорел до основания. Были проведены восстановительные работы под руководством архитектора Иоганна Кристофа Глаубица. Они продлились около 6 лет, работы по интерьеру продолжались позднее. Во время войны 12-го года с французами храм был разорен и осквернен наполеоновскими солдатами. Пожертвованиями виленского купца первой гильдии Александра Слуцкого он был отремонтирован, и уже через 2 года в 1814 под алтарном склепе были обретены мощи святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, которые тайно хранились в склепе с 1661 года. Во время Первой мировой войны 1915 года мощи виленских мучеников были эвакуированы в Москву. Во время Второй мировой войны храм сильно пострадал. Патриарх Алексий содействовал возвращению в храм мощей виленских мучеников. В Вильнюс мощи были доставлены самолетом 26 июля 1946 года в сопровождении епархиальной делегации. Надо сказать, что церковь – это единственный в Литве православный храм с отчетливыми чертами виленского барокко. В плане общей композиции церковь следует тому типу иезуитских костелов, первым среди которых в Вильне был костел святого Казимира. Интерьер храма украшает ценное произведение барочного искусства. Деревянный трехъярусный иконостас, изготовленный по проекту Глаубица, храм украшают 12 икон Трутнева. Вот так немножко вкратце о церкви Святого Духа, которая находится в Вильнюсе. Всего всем пока, всем привет, посмотрим, что там внутри. До свидания.